Спасибо большое. Наша работа называется «Уязвимость и устойчивость к радикализации среди молодежи в Кыргызстане». Значит, у нас есть 4 автора. К сожалению, они не все могут сегодня присутствовать. И наша работа это Зарина Урмамбетова, прежде всего, Канат Мурзахалилов и Моинбек Мурзабаев. Исследование проводилось в рамках работы научно-исследовательского института исламоведения, который находится у нас в Бишкеке, при поддержке Hidayah Foundation. И значит, мы изначально наш доклад, то есть наше исследование называлось как бы исследование push and pull факторов, да, в радикализации. Но по мере того, как мы как бы прогрессировали в изучении литературы по этому предмету, вот эта как бы категоризация на толкающие или как бы притягивающие факторы, она оказалась не такой уж значительной и скорее уже устаревшей. И вместо как бы вот этой очень упрощенной категории мы смогли как бы выявить несколько таких основных областей или аспектов жизни, деятельности молодежи, в том числе, ну и в целом людей, которые уязвимы к радикализации, которые как бы являются такими специфическими очень секторами, и для каждого из, этих секторов есть свои особенные факторы уязвимости или устойчивости. И, соответственно, как бы базируясь на, вот этот, на обзор литературы, который мы сделали довольно обширный, и базируясь на экспертизу, которая имеется у нас на сегодняшний день в стране, мы решили вот выделить 6 таких основных факторов. Это прежде всего социализация, потом религия, идентичность, справедливость, политика и психология. Да? И вот мы смотрим, как они все как бы делают свой вклад в уязвимость либо устойчивость к радикализации. Исследование было довольно обширное. Мы провели анкетный опрос у больше 1000 молодых людей. Их можно было разбить. Мы разбили на 4 основные категории. Это школьники, студенты медресе, студенты вузов и ребята и девушки, которые уже закончили и нигде не учатся, ну, может быть, работают или не работают. По полу это было примерно 50 на 50. Также мы стратифицировали немножко по национальности. Где-то 75% это были кыргызы и 25% другие национальности. И в том числе у нас был и качественный компонент. Было проведено 63 интервью с различными категориями тоже молодых людей, включая тех, которые уже были, находятся на, в списке, да, у правоохранительных органов. 63 интервью со стейкхолдерами, 14 интервью с экспертами. Также провели 16 фокус-групп дискуссий и сделали таких 5 серьезных кейс-стадий. Ну вот, и я бы, да, а вот эта вот табличка, она показывает кросс-табуляцию, да, вот, которую мы пытались провести по всем вот этим 6 секторам. И что вы здесь видите, вот здесь, значит, так, вот, то есть вот эти сектора, это вот различные сектора по горизонтали, и они же по вертикали, и мы смотрим, насколько они как бы пересекаются. И вот то, что мы видим, значит, серые – это клеточки, которые мы не предполагалось, что будет какая-то связь. Значит, фиолетовые – это где мы предполагали, что есть связь, но никакой связи не оказалось. Голубые – это клеточки, в которых связь предполагалась, и она есть, но она статически не подтверждается. А вот зеленые – это как раз такие клеточки, которые показывают связь, которая и предполагалась, и она есть, и она статически тоже, статистически она подтверждается, статистически она значима, да, при 5% погрешности. И, ну вот, и я пройдусь быстренько по всем основным секторам, и потом все это постараюсь суммировать. Вот первый фактор, получилось, что как бы самым важным фактором, который
усиливал уязвимость, это все-таки были вопросы справедливости или несправедливости. Да, можно вот через как бы вот эту связь, опять же, статистическую значимость, мы находили связь между дискриминацией, которая вела к такому обостренному чувству несправедливости, которая потом приводила к конфликтам, и конфликты потом опять же вели к дискриминации. То есть это такой замкнутый круг, получается, из которого очень трудно выйти, и который сам по себе как бы вот генерирует вот эту уязвимость. Следующим моментом вот, было интересно, что почти треть, одна треть, 28% наших респондентов сами лично испытывали какую-то форму дискриминации. Да? Значит, члены семьи 5% и родственники 6%. И причем было интересно, что практикующие мусульмане, опять же, тоже, да, вот было, они больше испытывали дискриминации в целом, но в частности больше дискриминации от правоохранительных органов. Да? И причем это не как бы радикально, а просто ребята, которые практикуют ислам. Ну и вот было очень интересно тоже выявить такую закономерность по областям. Самыми уязвимыми в плане дискриминации являются две южные территории. Это Баткенская область, да, мы видим, и город Ош, а также город Бишкек. Ну, в Баткенской области очень такая сложная пограничная ситуация, да, мы знаем, часто происходят конфликты между основными тремя этническими группами, это узбеки, кыргызы и таджики, а город Ош, ну, это последствия вот, этнических конфликтов 2010 года. Если дальше мы посмотрим, значит, опять же, да, вот на вопрос, как бы следующий за дискриминацией, как часто молодые люди думают об отмщении, да, и вот интересно, что, ну, давайте будем учитывать, что, как бы, может, здесь она кажется большой, но на самом деле это по пятибалльной шкале, да, то есть это меньше, это около примерно 13%. Но, тем не менее, когда мы их сравниваем, мы видим, да, что больше всего молодые люди думают об отмщении представителям власти, да, что само по себе является очень важным фактором. И вот этот тоже момент очень интересный, когда мы спрашивали, насколько молодые люди оправдывают насилие. То есть, ну, в среднем примерно около 1,1, да, это примерно около 22%, и да, самая большая все-таки категория – это та, которая оправдывает насилие в религиозных целях. Вот, на вопрос, справедливы ли государственные структуры, большинство молодежи, 56%, считает, что нет, да, 44% считают их справедливыми, и на вопрос, почему вы считаете наши властные структуры несправедливыми, самый главный ответ – это коррупция, да, то есть мы видим вот 87 респондентов, указывающих на вопрос коррупции, следующий по значимости идет взяточничество и так далее. Дальше по пятибалльной шкале, насколько проблематичны, да, и вот мы как бы дали им возможность ответить на целую серию проблематики, которые на сегодняшний день имеются в Кыргызстане. И опять же, вот самым наиболее проблематичным молодежь считает вопросы коррупции. Следующие за ним идут низкий уровень морали, потом безработица, качество образования и так далее, и так далее. Дальше мы переходим на вопросы политики, да, то есть, опять же, на вопрос, насколько высок уровень коррупции в Кыргызстане, мы видим, что большинство людей считают его довольно высоким, 60%, да, 36% считают его средним, и только 4% из тысячи человек, да, считают уровень коррупции низким. На вопрос, соответственно, нуждается ли политическая система Кыргызстана в изменении, 89% отвечают «да», да, и только 12% говорят «нет». И на вопрос, как же должна измениться политическая система в Кыргызстане, мы видим, что все-таки, если мы исключим категорию «затрудняюсь ответить», большинство считают, да, вот самая большая группа считает, что политическая система должна измениться коренным образом. Теперь вот если поговорим как бы об изменении, вот у нас было два таких вопроса, следует ли Кыргызстану оставаться светским государством, и здесь мы видим, что да, 37% говорят «да», а 21% говорят «нет», и есть все-таки вот большая 42% категория, которые не могут определиться.
Но когда мы спрашиваем, поддерживаете ли вы идею сделать Кыргызстан государством, которое управляется законами шариата, здесь мы уже видим, опять же, наибольшая группа, ну, за исключением, затрудняюсь ответить, это вот те, которые поддерживают. Это примерно 1/3. Да, то есть 1/3 поддерживают, 1/3 не поддерживают и 1/3 не определились. Вот, на вопрос, если бы у кандидата были сильные религиозные взгляды, увеличило ли бы это шансы того, что вы проголосуете за него? Да, и мы видим, опять же, что большинство да, говорят «да», да, или «может быть». Да, только 20% не хотят голосовать за такого кандидата. И если мы посмотрим на эту, как бы этот интересный график, то значит, по степени доверия самыми такими доверительными на сегодняшний день, опять же, являются религиозные организации. Они им больше доверяют, чем государственным организациям. И меньше всего, оказывается, доверяют СМИ и НПО. Международные организации где-то посередине. Вот. И по вопросам геополитики, как бы вот два было интересных вопроса: насколько положительно влияние политики следующих государств на религиозную обстановку в Кыргызстане, мы видим, как бы позитивное влияние вот выше 2,5, да, по пятибалльной шкале, это суннитские мусульманские страны, это Саудовская Аравия и Турция, потом идет Российская Федерация, и затем уже идет Иран, Китай. Европейский Союз и США как бы считаются такими негативно влияющими на ситуацию. А теперь же, насколько положительно влияет политика следующих государств на ситуацию на Ближнем Востоке? Мы видим, похоже, чемпион здесь у нас Российская Федерация. Ну, это в большой степени благодаря, конечно же, средствам массовой информации. За ними следует Саудовская Аравия, Турция, Китай ровно посередине, а потом идет этот Европейский Союз, Иран, США и меньше всего как бы Израиль. Вот. И дальше мы переходим к вопросам религии. Очень интересно, что было то, что всего 2%, ну как бы, да, это может быть частично как-то чуть-чуть перевес получилось, что у нас больше мусульман было, но очень интересно, да, то, что всего лишь 1% респондентов заявили себя как атеисты, да, то есть религия на сегодняшний день все-таки становится все более и более важной частью идентичности молодежи. Но как бы, если мы говорим о религиозной практике, то больше всего, оказывается, у нас внимание уделяется орозу, да, пост. Затем идет молитва, посещение религиозных уроков и мечети. Но вот здесь, вот, скорее всего, вот это посещение мечети, оно чуть-чуть занижено в связи с тем, что девушки, да, тоже составляют 50% наших респондентов, и они обычно читают намаз дома. Вот. Так, теперь, значит, каким исламским группам вы симпатизируете? Да, мы видим, что больше всего не симпатизируют никаким группам. Далее самая популярная является Таблиги Джамат, Хизмет, Нурджулар, Сулейман Челер и Салафиты. Это вот как бы менее популярные группы. На вопрос, где вы получаете информацию о религии, вот здесь были очень интересные ответы, которые мы не ожидали. Оказалось, что 62% получают информацию о религии при выходе на дават. За ними идут местные священники, интернет, религиозные ученые. Из религиозных ученых самый популярный у нас Чувак Хаджи, за ним следует Абдушукур Хаджи, преподаватель Максат Хаджи где-то 3, и Шамиль Раудинов тоже там в этом списке. По социализации, значит, как часто вы себя чувствуете одиноким или изолированным, мы видим, что все-таки большинство людей чувствуют себя изолированными очень... А, здесь, да, часто, не такой большой процент. И процент людей, у которых часто возникают конфликты, тоже не так велик. И в основном конфликты это со сверстниками. Да? По вопросу... Вот, значит, одиночество, как бы результат показывает, делает людей более уязвимыми. И интересно было то, что как бы наиболее как бы социально уязвимыми являются атеисты, затем христиане и потом мусульмане. Одиночество больше все-таки на юге Кыргызстана. И такие интересные как бы, результаты тоже, религиозные уроки, посещение мечети уменьшает одиночество и конфликтность. И среди мусульман, ну вот такой печальный факт, что среди мусульман больше тех, которые считают, что дружить надо только с представителями своей религии.
Вот, по вопросу идентичности хорошие такие показатели, что сила идентификации с Кыргызстаном, с религией, с местом рождения и национальностью довольно высокая и почти одинаковая. Но вот если говорить о какой-то моральной, теоретической, о моральном, моральных рамках, да, то важность религии выходит на первое место, оно важнее, чем конституция. И по степени положительного отношения, вот здесь вот уже больше проблематично, потому что на сегодняшний день мы видим, что межэтника постепенно улучшается, но вот отношение к представителям других религий и других национальностей ухудшается. Ну вот последний фактор по психологии и заключение, да, это вот то, что уровень удовлетворенности жизнью больше у этнических меньшинств, у религиозных людей, за исключением сулейманитов и салафитов, и уменьшается как следствие этнических религиозных конфликтов. А агрессия ниже также у этнических меньшинств, у религиозных людей. Ну, вот, мне уже подсказывают, что надо заканчивать. Вот, уязвимость и устойчивость, значит, что мы видим, да, это вот основные когда факторы, когда мы их все суммируем, да, все вместе, у нас получаются вот такие результаты. Вот все-таки самый большой, таким прямым, прямая связь, которая делает людей более уязвимыми, это дискриминация. Да? И вот мы видим по основным факторам, это вот самые большие индексы, это именно по дискриминации. Дальше идут локация, это вот Баткенская область и город Ош. Далее идут симпатия сулейманитам и салафитам. И также вот, студенты более уязвимыми являются, и люди, которые часто испытывают одиночество. А вот по устойчивости, значит, здесь опять же локация. Самым таким безопасным местом у нас на сегодняшний день является Нарын и Чуйская область. Симпатии Нурджулар и чуть-чуть позже, значит, также Хизмет и Таблихи Джамат тоже является. Ну и вот все, в заключении, значит, прямая связь, мы видим, что дискриминация является самым большим фактором, локация, симпатия салафитам и сулейманитам делает людей более уязвимыми, а симпатия Нурджу, Хизмет и Таблихи Джамат делает людей более устойчивыми, а информация, полученная от религиозных лидеров и из религиозных книг, делает людей более устойчивыми, а информация, полученная из интернета, делает их более уязвимыми. Статус одиночества, влияние криминала и агрессия – это тоже факторы, которые делают ребят более уязвимыми. Я извиняюсь, что слишком много времени заняло.